начал открывать дверь, и где-то через секунд, через 10 я услышал ее прям такой пронзительный громкий крик. И я даже не успел ничего сориентироваться, сообразить. Как бы в служебное помещение как бы забежала она, и следом за ней как бы два молодых человека. Один был с пистолетом, ну, предметом похожим на пистолет, второй с газовым баллончиком. Мне сказали не двигаться, и ее толкнули в кресло. Вот. После этого один из нападавших сорвал с нее золотую цепочку, угрожая ей как пистолетом. Хотел сорвать сережку, но она сказала, что сама их отдаст. Сняла и бросила его в сторону. Он как бы угрожал ей оружием. Один или двое, я точно не могу сказать, увели ее в торговый зал. Что там происходило, я не знаю. Но я думаю, там собирали деньги с кассы. Повернулся. За что задержаны? За ограбление. Каюсь, ошибку совершил. Как совершили? Что как? Как ограбление происходило? Так как, не знаю, как люди грабят.